Те, кто покупают холодильники, не увидят, что я тут с ними делаю. Так, ну тогда ничего не остается, кроме как я посмотрю декор, и потом ты мне его подаришь. Ты мне накидал. По холодильникам буду ехать, ну хотя неплохая идея. А что если я буду ехать без рельс? Всем привет! Сегодня будем смотреть крутые постройки Флерста. Что это? Резина. А, я уже подумал, уровень билд-робота. Типа у нас есть уровень билд-робота, таким именно. Ну, знаю, похоже. Ретро-вейв. Так, кажется, нам придется вдвоем работать. А нет. А чё, я буду просто сидеть, да, и ждать. Ну типа тут должно быть два человека, я тоже должен что-то делать. А у меня есть идея, что я буду делать сейчас. Остановись, подожди. Смотреть. Нет, я смотреть не буду. У меня будет Стой, останови это. Ну, я стою. Я говорю, останови эту штуку. Ага, так она на автомате работает. А ладно. Она не по моей воле. Тогда я ее сам остановлю. Я просто хочу на ней сидеть, и все. Так, ну теперь я буду что-то делать. Я буду сидеть и качаться на качельках. Вот такая штука, она может... Рельсы немного криво сделаны, он может слететь с них. Стой, ты туда не едь-то, осторожно. Ну, может так ехать, я могу так качаться. Сбоку это, кажется, один уровень билда бота. Ну, по желанию можно эту дорогу просто продлить, но это уже... Такая штука. А что это за управление, можно я сам посмотрю? Просто ВС. Нет, главное, налево надо... Главное ничего другого, лишь мне просто ВС. Нет, я хочу просто-таки на другое нажать. Если что-то другое, слетится рельс. Ну, я нажимаю, оно не слетает почему-то. Поэтому только ВС, то есть WS. Рельсы вперед можно? Что я не могу ехать. Лучше сильно не разгоняться, а то он тоже может слететь. Ну, слетаем, ой, нет. А что если я буду ехать без рельс? Ну, ради эксперимента. А тут еще есть кнопки какие-то. А, вот. Так я ж целая машина, могу даже поворачивать на дороге. Ну, это было не в планах. Ну, тут я нашел секретные кнопки. Там же справа, ой, слева внизу показывают, какие кнопки. Ну, я буду так ехать. Ой, что-то не так. Ну, ладно, я сейчас ресетнусь тогда. Хотя, ладно, загружай следующую постройку, я сейчас подъеду. Так, вот для следующей вам придется подождать на спавн, потому что мне ее надо установить. Там просто 4. Как зависло-то? Что-то кто-то грузит. Я тут застрял. Так, все. Сейчас. Стой, лучше всего сейчас стоять на спавне и ничего не делать. Я скажу, когда можно. Мне, короче, просто ничего не делать, да? Или бегать там? На спавне просто. Стоять и все. Я просто ее сейчас установлю на место нужно. Это магазин? Просто стойте на спавне. Магазин называется Брух. Лучше всего стоять на спавне. Я ж стою на спавне. Ну вот и все. А что, оно сейчас на меня упадет, что ли? Ничего не пойдет. А на спавне можно перемещаться по деревьям? Ну да, но только лучше на зону строительства не заходить. Готово? Да, можете заходить. Сейчас я присоединюсь. А зачем это магазин-то нужен? Ну, почему бы, впрочем, и нет. Все, я иду туда. Так, я попал в магазин Икея. Иду, чтобы посмотреть, что тут продается и может что-то купить. Ну, ассортимент большой. Ну, давай, ты показывай, куда мне идти. Ну, вот комнатки с мебелью совсем. Беседка. Ну, мне все покажи, ты, типа, тут продавец. Ну по порядку. Ходить. Просто можно ходить, смотреть, что угодно. Магазин огромный. Ладно, первая комната. Ну, кажется, отдыхать надо. Тут продается много кроватей, да? А ты где вообще? Идем. Вот. Ну, что тут такое, кровать? Кровать, это... Ну, ты мне, короче, проводишь экскурсию по магазину. Ну, типа, чтобы я все посмотрел. Это типа в дверь, что ли, заходить? Ну, это же Икея, это же магазин мебели и комнаты от этого всего. Мне бы такой чуванчик. Тут еще что-то. Стоп! Где-то эти кровати я уже видел. Вон там. Так это, ну, это ассортимент просто большой. Ладно. А что это тут за столбик продается, что ли? Нет, это колонна. Это ж как он стоит? Чтобы магазин держался. А, чтобы на голову не падал. Тут продают холодильники и обсидиановые платформы. О, вот это самый красивый отдел. Тут продают коврики, картины. И вот такие. Это что такое? Вот фигура на стену. Ой, такой отдел тоже я где-то видел уже. Этот стол. Тут много чего задюпано. Да, мне кажется, мне показывают одно и то же. О, диванчики. Нет. Прикольные тут. Тут есть еще. Если вот опять это? Дальше. Опять это? Да даже опять кровать. Я хочу найти какой-то... за мной, потому что можно найти какую-то интересную вещь. Иду за тобой.
дам нити. Тут еще есть полки с коробками. Так, где ты? Так, сейчас. Что за интересная вещь? О, машина? Вот. О, сейчас будем коробки таскать. Можно мне поработать в Икее? Да. Так, ой. Так, начнем. Куда нажимать? На РФ это вот это. Что двигать? Вот, я могу поднять. А что там, коробки нет? Как ехать? Что-то я какой-то быстрый для магазина маленького. Можно скорость поменьше? Так, сейчас. Коробки можно брать? Или они... Ой, они зафиксированы. Можешь делать коробку не зафиксированную? Сейчас я сделаю коробку. Не-не-не, вот сейчас я перемещу просто и... А, ну да, так будет лучше. А, нет, тут не выйдет, тут зона строительства. А да давай другие коробки возьмем, вон те. Ну, вперед, слушай. Таких машин по всему магазину 4. Их надо искать, короче. Ищешь машину, словил бонус, можешь уехать на машине. Да, все. Так, давай, я хочу коробку. Тут зона строительства? Нет. Пошли. А, вот за этим. Нет, ну мне-то машину надо тут где-то проводить. Чё, я по холодильникам буду ехать? Ну, хотя неплохая идея. Они крепкие, можно. Ладно, надеюсь, те, кто покупает холодильники, не увидят, что я тут с ними делал. Куда мне ехать-то? А, ну вот сюда. Не, ну у меня же целая машина, я не могу тут нормально. По крышам тут езжу, фонарики разбиваю. Куда? Я застрял. Ну, предлагаю пойти за другой просто машиной, это будет немного легче. Есть другая машина? Хотя, стоп. В принципе, не жалко. Ну, не жалко тебе, наверное, магазин портит. Я его владелец, мне можно. Вот сюда проехать, и тут зона строительства начинается. То есть вот я сейчас уберу вот эти холодильники. А кроме машинок, что еще в магазине есть? Да, особо ничего интересного. Тут просто огромный магазин. С отделами. Можно это использовать в разных целях. Может, ты все-таки поуправляешь машиной, мне не получается. Можно и так. Все, наконец-то, спустя столько лет... Я доехал. Так, сейчас я этот... Коробочку подвижу. Все. Стоп. Поближе можно? Сейчас. Чуть поменьше. Так, сейчас я подготовлю рост. Готово? Под ящик. Подставляйте. Так, сейчас. Подъезжаю. Что-то не подхожу. Подниз. Так. Готов. Так. Поменьше коробку надо было, ну ладно. И едет. У меня есть идея, как это все упростить. Не, ну просто она пошире было, ну ладно. Ну такая машина тут все уже. С машины слазит. Больше не на что смотреть, огромный магазин. Как это не на что смотреть, все огромный. Тут та же самая машина, на которой я только что гонял. Те же коробки. Тут все просто наклонировано. Ну, как бы 4 квадрата с разным расположением. А, вот почему я одни и те же отделы. Вот я нашел уже третью машину. Одни и те же, просто расположение разное. А ценники где? Ценников нет? Ценники нет. Ценников нету, бесплатно все. О, круто. Можно я заберу там одну часть магазина, которая в зоне строительства? Можно. Иду. А где вентиляция наверху? Для безопасности? Тут и так свежий воздух, не надо. Свежий воздух, ни одной дырочки. Ладно. Свои, ну, беру все. Если бесплатно, то беру все, что влезет в машину. А мне даже машины нету. Мой дом прямо тут находится. Могу прям... Ну давай. Чтобы все. Если все, то вот все на спавне. Это мне накидал. А как это? Ты просто. Ладно. Вот это мне тут вещей накидали с почты. Почта, конечно. Посылочка. А мне на всю жизнь хватит. Я сейчас все буду дома свои обустроивать. Мебели хватит. Мне даже бесплатные машины. Следующий перейти постройки. Ну давай. Куда идти? Сейчас последний или. Да нет, сейчас. О! Последний, потом город. Вот это я видел в Дискорде, из-за чего я тебе начал в личку писать. Ну, хотя мне потом сказал твой друг, что я тебе написал. Ну, типа, спросил, когда будет обзор твоих построек. Ну, ладно. Понял. Так, сейчас. Самый интересный робот. А почему его не было в магазине, я бы его купил? Это долго его перемешать, короче, в магазин. Ладно. Невыгодно. Так, начнем. Что этот робот может? Он может летать, двигать руками, вверх-вниз, то есть. И он может меня хватать. А что еще может? Ну, можно еще сейчас. Он будет немного зависать, скорее всего. Такого много. Можно еще вот так двигать, но он будет очень шататься. Так, ну тогда ничего не остается, кроме как я посмотрю декор, и потом ты мне его подаришь. Получается, что так. Ну как сказать, я на нем просто покатаюсь, все. Ай, что с ним? Че он дрожит? Вот эту штуку лучше всего было не включать, потому что он очень шатался. Сделай что-нибудь, чтобы он не шатался. Сейчас. Начнем смотреть руки. У него они красивые. Ну, тут всякие штучки, всякие электронные, крутилки, шарики. И вот тут три глаза. Ну, как сказать, сканеры? Сенсоры, да. Так сказать.
Сзади крылышки зачем-то. Он что, летает? Ладно. Чтоб на воздухе держался. А, ладно. Не знаю, как в этом крылья помогут. Ну, ладно. Можно я полетаю? Ну, как сказать, покатаюсь, поеду. Невидимое просто кресло. Где кресло? Оно невидимое сейчас. Ну, в том-то и дело, что оно невидимое. Я и говорю, где. Вот, 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 черное. Как мне туда запрыгнуть? Так. Ну, это уже другой вопрос. Начнем запрыгивать. Ну, надо с ним. Не, ну тут надо вот так забраться на плечо, так сказать, руки и вот залезть. Опа! Всё. А что там мое лицо видно? Ну ладно. Поехали, я готов. Ой, что это? Что я сделал? Я билет хотел. Ладно. Он может вот так. Короче, а, мне рядом с тобой быть? Или можно улетать? Да, не важно, короче. Ну, короче, он может вот так летать по всем сторонам. Но это, в принципе, обычное перемещение. Это есть у всех. Так. Я тут вижу секретные кнопки, на которые я обязательно нажму в самом конце. Они... Нет, только нет. Ну, давай, я начну сейчас смотреть его функции. Во-первых, он может нажимать G, T. А, это подниматься вниз, опускаться вниз. Ну, я... Ладно. Также он может двигать вот так руками. Например, вот так тебя схватить можно? Стой, остановись. Не, ну, хватит, это вряд ли чего получится. Ну, стульчик если поставить, то я могу тебя поймать вот так. Или побить кого-то. Ну и все. Теперь нажмем нафиг. А, ты теперь отсрочил секретные кнопки. Окей. Что еще? Все получается. Давай, нажимай на секретные кнопки. Это что за магия еще? Это типа, чтобы стать сильнее? Я такой слабенький маленький робот такой большой. А, пугаю сейчас всех. Ну а это не надо было нажимать, но я нажал. А то так бы было неинтересно, если бы я не нажал. Это не просто, чтобы руки задвигать. Ну, давай смотреть тогда. Это было последнее? Да. Стой, удали-ка. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока.